защищать свой пояс. И так, думаю, пока в Казахстане 25 марта я проведу рейтинговый бой. Вес 66 килограмм. Победитель СКФО Папа Родион, представляющий бойцовский клуб «Клан воинов» из города Чермез. Али Аллаха! И его соперник. Боец Ростову. Ему 22 года. Рост 1,77 метров. Вес 66 килограмм. Пятая пара бойцов сегодняшнего вечера. Полулегкий вес до 66 килограммов. Али Лахов, Черкес, клан воинов, клуб Ишаипов, Султан, представляющий бойцовский клуб «Ахмат». Хусейн, а самому тебе в какой всего категории легче или комфортнее, можно сказать, выступать? Ну, на 70 килограммов, я думаю, я физически еще больше превосхожу, чем на 77. Ну, так как легче гонять на 77 килограммов, я себя хорошо чувствую именно в этой весовой категории, потому что гонять много не приходится. То есть можно за 1-2 дня сделать вес. Так как я вхожу, когда я вхожу в форму, я вешу там 80-81 килограмм, и 4 там, килограмма 4-5 скинуть, это особо такого труда не доставляет. То есть могу запросто, даже вот мне скажут сегодня сделать вес, я вешу 81 килограмм, а сегодня же могу сделать 77, то есть я могу войти в норму веса. А на 70 приходится 3 недели сидеть, если не больше, как минимум 3 недели, если не больше, сидеть на диете, чтобы грамотно, профессионально подойти к сгонке веса, и чтобы во время боя это не сказывалось. Поэтому очень тяжело, именно вот процесс весогонки, он вот намного тяжелее, чем сам бой. То есть это как бы ты готовишься к боям, это как бы ты готовишься к экзамену, а уже когда ты выучил экзамен, то есть уже его сдать очень легко бывает, так как ты выучил. И вот так вот надо правильно подойти к весогонке. Поэтому мне легче выступать на 77 килограммов, потому что я особо такой сильной нагрузки при весогонке не чувствую. Ну и вот у нас поединок, так же, как ты уже отвечал, Хусейн, не жалеют себя бойцы, сразу же показывают все, на что они способны, с обоюдоопасными моментами, тейкдауны, и свипы, и перевороты. И вот, пожалуйста, попытка удушающего. Ручной треугольник, arm triangle choke, как его называют. Насколько он правильно его выполнил? О, и вот последовала сдача. Ну, уже видно, да, как он, насколько он правильно сделал. Если бы человек, то есть соперник уже понял, что ему уже пора стучать, так как ему уже нечем дышать, ему перекрыли артерии. Если он не сдался бы, то мог бы уснуть. А почему они себя так сразу агрессивно показывают? Так как эти бойцы, они только перешли с любителей. То есть по любителям бывает или 3 минуты, или 5 минут, и ты должен все, что ты умеешь, показать